Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем изучать Тору. Сегодня 20 ава. Осталось ровно 40 дней дороже шана, и 17 августа осталось сколько-то дней до Нового года. Хорошо, значит, мы продолжаем изучать Тору, и книга называется Айом йом Если каждый день изучать по чуть-чуть, да, вот как Айом — это такая книга сегодня день. Там маленькие-маленькие кусочки. Но если действительно их изучать, и так будет, как кирпичики, и ты выстраиваешь в себя, свое знание, свое здание как личность. Да? Весь человек, все мышление человека складывается из этих кирпичиков, его убеждений, его правил, во что он верит. И вот эти вот его убеждения, да, его знания о том, как правильно надо поступать, что надо делать что в этом мире важно, что не важно. Вот это все формирует его жизнь, последствия. Вся жизнь человека — это последствия его убеждений. Поэтому если верить в то, что нам говорит Тора, то будет вечная жизнь, и будет и в этом мире хорошо, и дальше будет хорошо. И сегодня нам сообщают такую очень интересную идею, что для исполнения заповедей от Филин существует установленное законом место. То есть есть повяжи их как знак... Повяжи их на руку свою, да, и будут они украшением над глазами твоими. Это есть специальные места. Если ты твилин положишь вот сюда, например, над глазами, то это не работает. Нужно вот именно вот сюда, где темечка вот тут, вот, вот здесь он должен быть. А если ты на руку, вот ты должен твилин вот сюда повязать, а ты повяжешь вот сюда эту поставишь коробочку, не работает. Сюда есть специальное место для твилина на руке и специальное место здесь. На голове. И человек при этом чувствует тяжесть филин, возлагаемого на голову, и давление ремня от филин, возлагаемого на руку. То есть здесь все понятно. Ты выполняешь заповедь, и ты ее делаешь прям. Это заповедь делать, повелевающая заповедь. То есть ты чувствуешь, что вот тут на руке у тебя так замотано, видите, у меня даже, вот я утром молился, видите, одевал филин, и у меня даже следы от, ремля, от ремня остались. Потому вот так семь раз обматываешь на руку, и остаются следы. Теперь, ну тут он дальше продолжает. Тоже относится и к заповедям о любви и страхе перед Всевышним. То есть, но ну, есть же такие заповеди, филин, понятно, одевай их на руку, ставь на голову, есть место, ты их чувствуешь, они тяжелые, остаются следы. А когда говорится, значит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, или бойся, да, а как это выражается? То есть, есть ли какое-то физическое выражение вот этим вот заповедям? Значит, Рамбам, великий мудрец Рамбам, он пишет, «Любить и бояться великого и грозного Бога – это две заповеди Торы. Есть заповедь любить, есть заповедь бояться». Как сказано, люби Всевышнего Бога твоего, и сказано, бойся Всевышнего Бога твоего. Выполнять их следует так, чтобы физически, физически ощущать сердцем и любовь, и страх. То же самое, как Тфилин, нужно ощущать любовь к Богу и страх перед Богом. Как ощутить любовь к Богу? Давайте посмотрим. Приводится пример. Вот если вы встречаете любимого друга или человека, которого вы очень-очень любите, и вы его не видели много лет, там, например, я не знаю, какая-то такая встреча, там, не дай бог, кто-то попал в тюрьму, да, и вот его, там, он не видел своих детей, и вот он каждый, он мечтает, как он увидит своих детей. вот он увидел своего ребенка, и у него он физически ощущает любовь, да, то есть у него воодушевление такое, ну, то есть жизненная сила. Теперь вот точно так же нужно любить Бога, то есть нужно ощутить в теле вот эту любовь к Богу. Для этого нужно вообще, в принципе, научиться останавливаться, ощущать, внимательно относиться к заповедям, внимательно относиться к себе, к своим ощущениям. И можно ощутить любовь к Богу. Тоже относится и к страху перед Богом. Охваченный великим трепетом и страхом, человек вспоминает обо всем, что было нехорошего и недостойного в его мыслях, словах и поступках. И его сердце физически ощущает боль от богобоязненного страха перед наказанием. Порой человек переживает страх от стыда или трепет перед величием Творца. Значит, страх перед Богом тоже нужно ощутить. Страшно, я вам скажу, очень страшно, когда понимаешь, насколько постоянно жизнь висит на волосте. И когда ты задумываешься над тем, что как Всевышний Он... В один момент переворачивается жизни людей, особенно сейчас мы это видим, это очень страшно, очень страшно наблюдать проявление вот этого такой грозной силы всевышнего, когда когда люди теряют все, когда люди теряют семьи, здоровье, жизнь, это очень очень страшно и когда человек думает, но ну, думать об этом же не хочется, и человек думает, нет, надо быстрее куда-то уйти от этой мысли, от страха, да? И можно уйти в любовь ко Всевышнему, а любовь можно, опять же, во всем этом ужасе, можно увидеть вот такие вот яркие какие-то моменты спасения Всевышнего, удачи, какого-то такого просвета, любовь, какие-то яркие переживания, отношения, спасения и так далее. То есть есть, есть и то, и то. В общем, что мы узнали сегодня с книги о йом, йом, сегодня день, что как заповедь Филин ты чувствуешь на теле, так же заповедь любить Бога и бояться Бога нужно чувствовать через тело. То есть эмоция, нужно уметь пробудить в себе вот эту эмоцию. Дальше, вторая книга – это «Обретение неба на земле». Как же обрести небо на земле-то? Да? Хочется же, чтобы не только потом быть в раю, хочется и здесь чуть-чуть его почувствовать. И вот, значит, сегодня нам говорит эта книга такой совет. На первых этапах жизни нужно учиться быть себе хозяином. Главная и трудная перемена наступает, когда вы берете на себя ответственность за семью. Вот. Первое время в жизни человек должен быть хозяином себе, научиться управлять собой. Это невероятно важная задача человека на первом этапе жизни стать тем, кто властвует над собой, да, тот, кто может управлять своей жизнью, тот, кто управляет своим пространством, своим телом, своим временем, тот, кто управляет своими эмоциями. То есть эта задача первая для каждого человека стать хозяином себя, управлять собой. Большинство людей не управляют своими эмоциями, они не, не управляют своим днем, своим временем. У них э, полный полный хаос в жизни. Самое главное, они не управляют своим мышлением. То есть э, Мышление обычного человека очень фрагментарное, хаотичное и зависимое от внешних тридеров. То есть человек, он в принципе живет, ну вот если мы посмотрим, 99% людей живут а, как в истории, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот, а у нас сегодня кошка родила, вчера хотят, а, что-то выросло немножко, и сегодня не хотят. То есть вот так вот у человека идет вот такой вот хаос. Особенно если он подключен к информационному полю СМИ, средства массовой информации, это просто такой спрут, который управляет, он врос, вот так вот врос в мышление людей. Человек не может секунды быть без него. Он то в Инстаграме, то в Телеграме, то в радио слушает, то телевизор, то он кино смотрит, сидит два часа, его просто нет, он просто прилип к экрану и смотрит выдуманную, абсолютно выдуманную историю, которую выдумали абсолютно конкретные люди с целью его на два часа выключить из его жизни. То есть цель какая у создателя фильма? Чтобы все вот так вот и забылись. А еще нужно, чтобы не просто они забылись на два часа. То есть нужно так и сделать фильм, чтобы он был вирусный, чтобы о нем они рассказывали друг другу, плюс они читали про него, плюс слушали потом про него по радио. О, вот это отлично. То есть если человек забылся полностью, и с момента просыпания до момента засыпания он вообще в себе не принадлежал, его мозг, это СМИ добились своей цели. Да? То есть все. Вот это вот конкретно Гомо Сапинс модели 2022 – Значит, полностью вообще своей головой не управляет, ему в мозг льют э, идеологию любую, какую, где он живет, то ему в мозг льют и все, вот, пожалуйста. Теперь эта Тора говорит полностью наоборот, она говорит вообще не так. Есть ты, есть Всевышний, есть Тора, и ты все свое время ты посвящаешь тому, чтобы быть осознанным, подключенным ко Всевышнему выполняя правильные для себя действия, действуя по, строго по своему плану, это идеал Тора. Значит, когда ты стал хозяином себе и и надо радоваться еще просто, ты если ты живешь по Торе, так ты должен радоваться. То есть Тора тебе говорит, что делать, и Тора тебе говорит, как чувствовать. И когда ты делаешь то, что надо делать, и чувствуешь радость, что может быть лучше? У тебя все понятно, что делать. Да, вы можете сказать, это же не свобода? Нет, это и есть свобода, потому что ты выбираешь идти по тому плану, по которому ты выбрал идти, и ты по нему идешь. Это свобода, то есть ты подключаешься к плану, который ты выбираешь, и ты выбираешь из всех вот этих вот страшно отвлекающих ситуаций возвращаться к этому плану, идти по пути Бога и быть веселым. Что может быть лучше? Что бы вокруг ни творилось, а ты все равно идешь по пути Бога, и ты веселый. Отлично. Теперь дальше говорит книга «Обретение неба на земле». Главная и трудная перемена наступает, когда вы берете на себя ответственность за семью, когда вы выходите замуж или женитесь. Вот тут, конечно, наступает следующий next level, следующий уровень игры. Очень сложно. Знаете, как ты на первом уровне ты научился такой, ну, простой уровень, и ты уже, об ну, во-первых, это единицы научились и выиграли в первом уровне, начали управлять собой, своей жизнью. То есть таких людей просто, ну, меньше одного процента, которые действительно нереактивные, независимые от вот этого СМИ, а которые, как говорит Стивен Кови, проактивные, он это называет, да, которые живут изнутри наружу. Значит, но если ты уже стал таким, вот тут как раз Всевышний говорит, вот теперь тебе начинается самый серьезный период проверочка, женитьба, семья. И тогда собственное благополучие должно быть отодвинуто на второй план. Но в конечном счете, то, что лучше для родных, для семьи, окажется лучше и для вас. Когда у тебя есть семья, да, то есть ты соединяешься с кем-то, и вот тут начинается следующий этап, который, знаете, как в бизнесе, в бизнесе, когда хозяин бизнеса он все делает сам, все делает сам, доходит до какого-то уровня, и то, что он все делает сам, то, что его вначале начале развивало, теперь является для него тормозом для дальнейшего развития бизнеса, и он тормозит развитие бизнеса, потому что дальше нужно уметь делегировать, передать, построить систему и отпустить, а он не может. То же самое в семье, только наоборот. Ты первую часть жизни ты должен управлять собой, у тебя есть свой план ты идешь проактивно по этому плану, вообще никак не реагируешь на отвлекающие факторы, все. А когда семья, ты наоборот должен выключить свой план и перестать быть эгоистом, а жить ради своего ну, своей второй половины, ради своего близкого, то есть отказаться от эгоизма и учитывать его интересы. Это как раз ну совершенно новый уровень выход на на следующий уровень профессионализма такого, да, в своем развитии. И что, если ты смог это сделать, тогда у тебя идеальные отношения, у тебя тогда ты соединился со второй половиной, ты получаешь кайф совершенно другого уровня. То есть, когда ты живешь в рациональном, управляемом своем мире, то у тебя есть удовольствие одного уровня. Это очень классно, когда у тебя все, все понятно, что делать, как делать, когда делать. И надо быть радостным. Это еще выполняешь указание, надо быть радостным, надо улыбаться. У тебя идеально все. Смотри, я делаю то, что надо, и я радуюсь. Теперь тут ты соединяешься с кем-то, и у тебя идет другой приказ. Не делай то, что надо тебе, а делай то, что надо ему. Причем даже если тебе ты не согласен, тебе не нравится, то есть тебе это кажется глупым, Всевышний так хочет, чтобы вы соединились. Значит, и ты говоришь хорошо, я жертву своими интересами, я соединяюсь. Потому что это и называется шаломба до соединения. И у тебя наступает, то есть ты с одной стороны ты теряешь, ты теряешь в своем эгоизме, ты теряешь в своем я, но у тебя вдруг тебе открывается совершенно другой уровень близости, удовольствия, ощущения там святости, ну и так далее, то есть открывается совершенно другой какой-то уровень. Но в конечном счете пишет он, то, что лучше для родных, для семьи, окажется лучше и для вас. Так это работает. Хорошо, значит, кто хочет, может попробовать. Но вначале нужно управлять собой, потому что если ты не управляешь собой, то ты не сможешь э, реально искренне переключиться на канал, перестать быть эгоистом и вообще стать человеком, который, который соединился со своей семьей. Дальше. Дальше сегодня мы переходим к Хумаш, да, глава эков. Сегодня у нас четвертый день недели. И продолжает Маша Рабену увещевать еврейский народ, напоминать их о, их о их пути, о их поступках. То есть он, когда им говорит разные негативные вещи о них, в принципе, негатив он вызывает у людей сопротивление. Вот это самая большая дилемма в воспитании, что когда, когда ты воспитываешь кого-то, да, хочешь его увещевать, когда ты хочешь кого-то увещевать, то в этот момент вот критиковать, увещевать, ты должен знать, что ты с ним портишь отношения, то есть ему неприятно. Как бы ты ни был прав, насколько бы ты ни прям просто, ты можешь быть прав, 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 но отношения портятся. Это касается мужей, жен, детей. Тут стра страшная дилемма. Или ты, не страшно, я убираю слово, не страшно, большая дилемма, большое противоречие. То есть если ты не указываешь человеку на ошибки его, то ты как бы их поощряешь. Но если ты указываешь ему на его ошибки, то мало того, что ты эти ошибки почти не исправляешь. Ну, например, вот я сейчас только что, как раз мы там беседовали с сыном моим, да. То есть я очень надеюсь, я искренне хочу, чтобы у него жизнь была лучше. И хочу показать ему на его ошибке. Моя жена искренне мне хочет показать на мои ошибки. Я хочу искренне показать на ошибке кого-то. Особенно это близких людей касается. Моя мама хочет мне искренне показать на мои ошибки. То есть близкие люди, они абсолютно искренне хотят, хотят помочь своим близким улучшиться. И поэтому их критикуют. Но эффект получается абсолютно обратный. То есть, вообще просто абсолютно обратный. Чаще всего, то есть написано в Мишле, написано такой с отрывок: что не увещевай грешника и глупца, а то он тебя возненавидит. Увещевай умного, хахама, и он полюбит тебя. Вот тут весь вопрос, насколько ваш партнер, он находится сейчас в позиции, что он готов расти, готов слушать, хочет улучшаться. То есть вы можете его так и спросить, ты хочешь улучшаться? Он скажет, нет, я вообще даже, я улучшенный, мне некуда улучшаться. Тогда, тогда не надо, не поможет. Но если он мудрец, умный, он скажет, конечно, хочу. Понятно, да? Хорошо, теперь дальше. Мошер Абейну перед смертью он увещевает, увещевает еврейский народ, и он им говорит, значит, -то -а -и» в то время, когда Бог сказал мне, сделай себе две скрижали, значит, две скрижали каменные, такие же, как первые, и поднимись ко мне на гору и сделай себе ковчег. Значит, вы знаете, что Машар -а -бену первый раз поднялся на гору, Всевышний ему дал две скрижали, на них было написано 10 заповедей. Он спустился через 40 дней и в этот момент, в этот момент значит, увидел, что народ Израиля сделал золотого тельца. И он разбил эти первые скрижали. Всевышний хотел уничтожить еврейский народ. Машер Абейн начал просить не уничтожая их. Лично уничтожил 3000 зачинщиков. Он и левиты. Они уничтожили тысячи зачинщиков этого греха, которые всех вели. Это же очень вообще в жизни так, что злодеи, вот один-два злодея, значит, организовали все эти парады гордости, да, а все остальные в них как подключились, да, потому что, ну, не может ничего организоваться без организатора. И если злодей, он хороший организатор, то он может повернуть мир, все революции, все перевороты, делает 2-2% людей объединяются, и 98% людей идут туда, куда их повели эти 2%. Значит, Маше Рабейну это все сделал. Всевышний хотел уничтожить еврейский народ, но Машера Бейну поднялся на гору второй раз. И 40 дней Бог гнивался, а Машера Рабейну просил его о прощении. 40 дней он молился, чтобы Бог простил еврейский народ. И, значит, Бог простил, и Маше Рабейну поднялся третий раз уже с новыми скрижалями, и третий раз – Значит, Бог на этих новых скрижалях написал заново 10 заповедей. И Маше им напоминает. И значит, говорит ему Бог: что я напишу на этих скрижалях те слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И первые разбитые скрижали, и вторые скрижали, которые уже были не разбиты, они все лежат в ковчеге ковчеге, и спрятаны они сейчас под храмовой горой, значит, да. И Маша говорит, взял я эти две скрижали, значит, 10 заповедей на них Бог написал, и спустился я, и положил скрижали в ковчег, и разбитые скрижали, и скрижали новые лежат в ковчеге. И тут вот интересно, значит, и сыновья Израиля оттуда пошли, и идет перечисление стоянок, и там умер Аарон, и был погребен там, и стал, и стал главным первосвященником, вместо него стал Элязар, сын Аарона. И оттуда отправились вы в путь, и идет опять перечисление мест. Значит, устная Тора нам говорит, почему здесь написаны эти места, еще они написаны в обратном порядке. Что здесь скрыто? Но уже после смерти Аарона, через 40 лет, Значит, они, когда умер Аарон, вот тут написано, и исчезли облака славы, вы устрашились войны с царем Арада и назначили главу над собой, чтобы возвратиться в Египет. И возвратились вы назад на восемь стоянок или на семь переходов. Значит, и там вы сразились с коленом Леви. Левиты опять за вами погнались и поразили из вас, а вы поразили из них. Была война. И они принудили вас возвратиться. Представляете? То есть даже уже через 40 лет пустыни, 40 лет мана, после того, как уже умерло почти полностью все это поколение, которое ушло из Египта, уже остались те, которые ну, были там или детьми, или, ну, или молодыми очень были, когда выходили из Египта. И все равно они хотели вернуться в Египет. Это то, что касается... Вот я сейчас смотрю, второе поколение уже, да, вот мои дети, это второе поколение, то есть они родились в Израиле, мои дети, все мои трое детей родились в Израиле, но потом мы вернулись в Украину, и 10 лет я работал в Киеве, и они, ну, то есть очень сильно они все равно по менталитету, они привязаны к Украине, там, то есть мои дети, они очень-очень такие ну вот прям за Украину, за это, то есть они все равно, несмотря на то, что они израильтяне, они родились в Израиле, все, но они очень привязаны по менталитету к Украине. И получается тогда, что получается, что вот здесь мы видим тоже в Торе, что еврейский народ – это те люди, которым Бог открылся, которые, которые перешли через море, которые получили Тору, которые 40 лет были в пустыне Кушалиман. И все равно настолько в человеке вот его привязанность по менталитету к какому-то месту, откуда он родом, насколько человек привязан к окружению, насколько человек зависим от внешних стимулов, это просто невозможно прям выкорчивать это из себя. И почему мы теперь понимаем, почему вся Тора и все вообще, что у нас есть, это в заслугу Авраама, Потому что Бог сказал Аврааму, «Лех лехами арцеха, уйди из своей страны, забудь, ты не имеешь отношения никакого к междуречью, к Ираку, там, к этим законам в той страны, в которой ты родился». Значит, «Лех лехами, молотеха, из города твоего, уйди из своего города, Харан, Уран, там, Урказдим». Какая разница? Ты не Урказдимец, ты Авраам, ты святая душа. То есть ты не можешь быть привязан к городу это виха, уйди из дома отца твоего. То есть, забудь, это самое тяжелое. Человек не может убрать то, что у него. Я сейчас читал одно психологическое исследование: что в первый, первый год жизни у ребенка полностью формируется реакция на разрыв эмоциональной связи с близкими людьми. Можете себе представить, как формируется. У одного была мама, которая на него сю, -сю, 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 -сю значит, она на него прямо, на, ну, просто его там за своим нежностью, за, как сказать, с напором на него шла. И ребенок, он в этот момент, он получает избыток, и он, он может чуть-чуть от этого даже э, отталкиваться. У него как бы вырабатывается схема отталкиваться. Другая мама, она наоборот, она была далека от ребенка, она все время как бы от него была далеко. У ребенка, наоборот, схема тянуться к мать, ну, к близким людям. У третьего ребенка был вообще разрыв с мамой постоянный, да, мама там не обращала внимания, оставляла его самого. У него вообще нет никакой связи с близкими людьми, и он как бы... То есть это все формируется в первый год жизни, вот эти вот реакции на разрыв или на нарушение эмоциональной связи с близким формируются в первый год жизни. Потом дальше. Все-все-все наши первичные реакции – это то, что мы впитали от своих родителей. И получается, Бог сказал Аврааму, оставь вообще, ты не, ну, оставь законы страны, оставь привычки твоего города, оставь привычки вот эти вот внутренние твои, как бы, как суть твоей личности, да, то, что ты получила из дома отца твоего, и Лех в землю, которую я покажу тебе, и Авраам соединился с Богом. То есть он, он сказал, а для меня нет никаких других приказов, кроме тебя. И Бог проверял Авраама, он его проверял 10 испытаний. Действительно видит, нету для него никаких других в жизни принципов, интересов, каких-то эмоций. Да? Убить сына – убью, Значит, туда идти, пойду в печку пойду. То есть у него не было абсолютно ничего, что его бы разделяло между ним и Богом. Да, он был полностью с ним на контакте. Бог говорит: отлично. Вот мне нужен, вот люди должны быть такими. Мне нужен такой народ. Твое потомство значит, и потомство Авраама было рабами в Египте, чтобы они вообще потеряли свою волю, чтобы им некуда, не было за что зацепиться. То есть Всевышний думал, что они возненавидят, возненавидят Египет. А что мы видим? Даже через 40 лет пустыни они хотели вернуться. Представляете? То есть насколько человек привязан к своим э, интеллектуальным корням, вот то, что он привык когда-то, что даже когда ну, вот просто это ему вредит, он все равно возвращается. Хорошо, значит, все. Дальше Маша Рабейну продолжает их увещевать. Он им говорит разные вещи. Вот я пробыл на горе 40 дней еще. И сказал Господь, не встань, отправляйся, пройди перед народом, скажи им это все. В общем, Маша Рабейну, почитайте. Вот тут есть ссылочка, видите, Мива игра 3791. Скачайте, почитайте. И, значит, всем удачи и успехов, чтобы мы реально шли по путям Всевышнего, слышали только Всевышнего и э, освободились от всех, э, от всех ограничений, которые нам мешают э, соединиться со Всевышним, чтобы по-настоящему проявить свою сущность, сущность своей души. И пусть Бог тогда, конечно, он тогда услышит и выполнит все запросы нашего сердца, потому что когда ты так близок к Богу, что ты с ним как одно целое, как он может не выполнить? Все, удачи, всем успехов, и чтобы быстрее наступил мир, чтобы все злодеи стали праведниками, перестали быть злодеями. Быть злодеем очень плохо, и пускай злодеи перестанут быть злодеями, раскаются, перестанут воевать, и все будет хорошо.